товарищи, сегодня вдвойне приятно вручить медаль «Дети войны», так как мы находимся накануне празднования столетия со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Все мы здесь находимся, которые большую часть своей жизни прожили во время Советского Союза. И мы прекрасно знаем, как мы жили хорошо. Да, может, чего-то нам не хватало, но мы жили дружно, мы жили все вместе. Друг за друга стояли горой, и все у нас было хорошо. Разрешите от имени Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации и по поручению Геннадия Андреевича Зюганова вручить медаль «Дети войны» и дам Шерема Кыргызовне. Шереме Кыргызовне. Вот чаражин, вот ваше удостоверение. Долгих лет вам жизни, товарищи. Ура! Ура! Мы наградили двух ветеранов, одну партийную работницу, которая всю жизнь проработала по линии партии нашей республики. И второй Сожукпан Марию Богушевну и Кыргыз Шереме Назыновича, ветерана труда, ветерана, члена активного члена ветеранской организации города Кызыла. Поэтому мы не должны забывать о наших ветеранах. Поздравляем! 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 Ура!